Руководство ОМВД России по Нахимовскому району поощрило двоих школьников, которые помогли задержать грабителя. В торжественной обстановке начальник ОМВД России по Нахимовскому району Александр Солдатов вручил двоим учащимся 16-й школы почетные грамоты. Семиклассники Даниил Хлыстов и Семен Михренин возвращались из школы домой. Они увидели, как мужчина вырвал у пожилой женщины сумку и начал убегать. Мы начали его преследовать, и мы видели, что он выкидывает из сумки всякие вещи, и бабушка сказала, что там были очень важные документы. Мы погнались за ним. Мы позвали одного мужчину, он нам помог, забрал у него сумку, мы пособирали все документы, всякие важные штуки, забрал с собой деньги и мобильный телефон, и дядя нам отдал сумку, мы подошли к бабушке, отдали сумку, рассказали, что, как все было, она поблагодарил нас и все, и мы ушли. Страшно было? Мы об этом не думали, то есть мы пытались больше помочь бабушке, то есть мы даже когда увидели, как он отнял у бабушки сумку, то есть сразу же побежали за ним. В школе Даниила и Семена теперь считают настоящими героями. Но ребята говорят, что главным для них было оказать помощь человеку, попавшему в беду. По окончании школы Даниил планирует стать полицейским, чтобы обеспечивать правопорядок на улицах родного города.